То есть медитировать можно везде, что ли, где угодно? Ну, это все равно хп не восстанавливает, так что не важно. Насколько я понимаю, реген обязательно нужно качать тогда, и желательно на первом уровне, потому что замучаешься. Ведь другого способа, кроме как отхиливаться едой и хилками, здесь, я так понимаю, восстановить здоровье нету, да? То есть, или может быть, можно все-таки в каком-то специальном месте помедитировать. Расскажите мне, пожалуйста, чтобы я знал. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Медитация флакона восстанавливает. А. Понял. Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Ародоборы в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. Унылые крестьяне. Зарубить бы их. Че я у него отнял? Он же дальше бухает, сидит. Еще раз. Котейка. Четыре фракции. Чего? Фракции, команды, мастер. Что-то вроде пики и червы. Только у каждого цвета свои фигуры и еще особые карты. Че там за Леонардо да Винчи сидит? Что это за прикид такой? Господи. Так, там какие-то бичи, я смотрю, трутся, ну... Печально, печально. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Конечно, выпью, тем более, раз я не пьянею. Да еще и на халяву. Давай лучше к делу. Ты ее... Кто вообще от халявного алкоголя отказывается, кроме совсем уж неумных людей? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты знаешь, Дженнифер? Откуда ты знаешь, Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии. Так я местная знаменитость, что ли? Если но даже люди знают, типа, эти баллады, то почему у меня автограф никто не просит, селфи не делает? Непонятно, это плохо как-то. Очень терпеливого ведьмака. Пьянеет. Мне сказали, что не пьянеет. Вы разные показания даете, ребят. Из Блавикена. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Одим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Разумеется. Не твое дело. Не твое разумеется, дело. Не твое дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это... Я не знаю, о любви идет речь или нет. Я ее видел один раз в заставке только. Отличная задница, конечно, но мне надо хотя бы пару слов услышать. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий.
Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Чё-то мыльцо какое-то напало на игру, и не понимаю, не сразу проходит. Ну да ладно. Возможно, эффект такой. Ладно, давайте попробуем разобраться с алхимией. У меня как раз на крафт этой ласточки хватает. Так. Так. Теперь, насколько я понимаю, я могу эту ласточку юзать сколько угодно до усёру. Ничего не произойдет. Она просто пропадет, и потом мне надо будет помедитировать, чтобы она откатилась, насколько мне объяснили. Грифон. Ну да, полуорел был полукот, совсем как у дворян на гербе, только в когтях нес не скипетр, а коровье стерва. Анонимный свидетель нападения грифона. Нет, да, нет. Да, нет. А, ладно. Блин, какой же инвентарь неудобный. Так, ну окей. А что там еще было? Фиолетовая какая-то дресня. А, насыпь 130. Восстанавливает энергию в бою. Так. Шлепнули. Значит, драться придется, я так понимаю. С крестьянами. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких. Для того, надо, чтобы ласточка восстанавливалась, надо будет выпить алкогест. Он пьется во время медитации, а если его нет, не восстановится. Понял. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Надо научиться этот жест делать в реальной жизни. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! Сука! Да блин. Алло, почему не... А, нельзя колдовать в этом бою. Скотина. Я их поджечь хотел немного. А ты чё приуныл? Так, окей, больше тогда тратить не буду пока. Всё будет хорошо. Спросить у Нильфгардцев о Йеннифер, окей. Блин, у них одна байка, короче, про этого ведьмака и мужика, который, мужиков, которых их пытает. Я не знаю. Тут, видимо, событий еще меньше, чем где угодно, короче говоря. Я даже сравнения не могу придумать. Ну и вот это я, насколько понимаю, доска с квестами, наверное. На полях Нильфгардской страны Эмгир император наделал штаны. 300 рублей, ничего себе. На мандарины. Спасибо, Нимферно. Да прекращай донатить. Не люблю я от женщин донаты. Настоящий... Ну, спасибо, тем не менее, конечно же. Настоящим объявляется, что по расписанию его императорского величества все здоровые мужчины Белого Сада должны явиться в корчму упомянутой деревни, принеся с собою собственную лопату, мотыгу или кирку. Поля вокруг деревни пополнятся мертвыми, учитывая... Сколь теплой выдалась весна. Высочайшее командование опасается, что гниение тел вызовет распространение болезней.
Пусть это станет свидетельством заботы новых правителей об обитателях Белого Сада, ибо Нильфгард защищает своих подданных не только от бандитов, но и от болезней, и прививает в этих местах обычаи, давно принятые во всем цивилизованном мире. Всякий, кто не подчинится данному указу, будет высечен розгами и заточен в колодке. Квартирмейстер Питер Саргвинельвилле. По приказу квартирмейстера Питера сэра Гвинлэ, пусть будет известно всем и каждому, что армия императора принимает добровольцев. Рекруты получают кров, стол, регулярное жалование. Величайшей же наградой станет честь служить Мгиру Ванамрейсу Дитвина Дан Ункарнар Мурвуэ. По зачислению новобранцев пройдет обучение под началом величайшей стратегов империи. Семья новобранцев будет получать необходимую поддержку в течение всего времени его службы, а в случае его гибели на поле брани пожизненное содержание берем. Хочу служить. Слушай, честный народ Севера, если жаждешь ты свободы, если готов с орудием в руках биться за родину, уходи в леса. 200 рублей. Здоровье еще, говоришь, знак. Чувак, да я это уже прочел, блин, не донати с вашими советами, я в чат поглядываю, успокойся. Все зелень. Короче, мне неохота в Ведьмака играть, все эти советы мне уже порядком надоели, нафиг. Так неинтересно. Каждый говнюк по 20 советов пишет. Не играйте сами тогда, раз вы такие профессионалы. Спасибо за 200 рублей, by the way. Так, чем бы сейчас заняться-то? Сколько уже стрим идет? 5 часов 42 минуты. Маловато. Значит, я так устал. Пойду в Gun Game, поиграю немного в CSGO. В Sims, да неохота. В CSGO популяю минуток 20, да спать пойду. Поздно уже. Странно, микрофон не сбился после запуска CSGO. Что-то изменилось в этой жизни. Так. Раз, два, три. Ну, любители Ведьмака, спасибо, могут сказать советчикам. Я продолжу завтра, там, послезавтра, но я просто надеюсь, что никто больше ничего советовать не будет. Это очень раздражает, это невозможно играть. Я еще раз говорю, если мне что-то нужно, я сам могу это спросить. Просто представьте, что вы пытаетесь играть в игру, и постоянно какой-то чувак стоит и советует. Мало того, ладно, я в чате не обращаю внимания, так идиоты начали донатить, у меня уже вообще сил нет. Если честно, по-моему, я даже описать это не могу, ребят. Это просто какое-то проклятие какое-то. Как можно быть такими идиотами? Так. Пойдем. Пойдем качать левел. Уже 50% накапал за все это время. Да, Ведьмак кончился, меня советами задолбали. Я решил офнуть пока. Может быть, народ подумает денек и перестанет советовать на следующем стриме. Можно будет без духоты побегать, поиграть. Но так невозможно. Это просто, ну, типа, реально невыносимо. Совсем не то, что я хочу, скажем так. Хочется расслабиться, отдохнуть. О, боты. Боты убили меня. Как-то странно. Видимо, из-за этого. Странно, мышка ощущается, видимо, из-за того, что вот Rainbow Six дебильно играл.